Паладин, ты здесь? Рагнаракс. Да. Бафай всем кулаки. Окей. Так, тщеславие. А, хотя ладно, вот ты давай в БДК будешь, ёпс, тоже в БДК и попал. Всё так вот, пойдем. Жека, ты тут? Это заклинание еще не готово. Да, ты в БДК, тщеславие. Так, Аскор, давайте. Так, ладно, давайте чекнем бафы на готовность. Так, вот готов, Жека. Лок. О, подождите. Давайте еще рогу засумоним. Рога написал. Инту баф на маги. А кто второй танк здесь? Сейчас я все объясню. А, в общем, дайте ему сразу бафы. Ёпс, ты первым начинаешь, после трех стаков Войт забираешь ты, и после двух стаков Паладин забираешь ты. И Войт супала, вы танчите правого слизняка, ёпс, ты танчишь левого слизняка. Геру будем давать с пула, а РНЖ набирайте. Таман, Мегаутер поставишь. Трех стаков? То что? БДК, Боб. Не услышал, короче. А, в общем, сейчас РНЖ набирайте и рассасывайте. Обычно не надо стоять, я тут уже отходим. И защиту от огня. Паладин, поставьте. Первый на пул напало? БДК. На БДК делаешь на пул. На ёпста. Давайте, не слакайте. И кто на какой спек идет уже после этого босса, напишите РК. Забыл сказать. Бля. Ну, после этого босса напишите. Ничего особого не падает. Так, ну здесь я поставлю групповый лут, кому что здесь надо, забирайте. Там, где три не падают, я уже буду ставить лут на себя. Так, служу, выходите. А, блин, забыл сказать, гир дайте. У меня с головы вылетел. Он уже поздновато, но ладно. Так, слушай, ходим, выходим. А ДПС мы спазники. Паладин, прожимайся, забирай босса. И все будем бить правого слизняка. Я кого держу? Кто-то пал? Со мной правого. Окей. Бить правого. Так, служу води. Так, РНЖ здесь возьмите, пока не поздно. Подожди, о, все, мили зона. Бери. А токсин на тебе. О, этот, желчь. На тебе, да? Так, давай. Забирай. Забегай, парень. Центр, беги. О, блядь, опять блюнул. Давай, пробегай. Встречу бегите, не стойте. И сейчас снова РНЖ возьмите, чтобы снова плевок не получить. Он может опять плюнуть. Так, мне тут суслятинка жалуется. У нас нет 18 деверка. Ой, в РК, блин, из гильдии. Это 18 тел, сколько нас вообще?
Ой, ты не знаешь? Так, ёпста, ёпста, прохил. Тут лян. Если уже хотя бы 17 сел, то еще тоже более-менее. Так, а где шаман вообще? Я застыл. А, ёпс. Так, ёпс, тоже пропал, забирай ты. Добивайте уже его. Самый фуровый идем. Ну да. А, ну, сейчас. Не, мы ЕП тоже получим. На кого-то же можно рулить? Семнадцать тел тоже нормально. Так, РНЖ здесь тоже соблюдайте. Пусть не заморозится. РНЖ, рассредоточенность вокруг босса тут важна. Ну, стрель начнется. А, дам щи. Мне кажется, он упадет. Опа. И я был прав. Просто размазал. Ну да, по стенке. Лучше принять, что так. Еще под мордой Ермунгара стоял. Не получается. Ты следующий. Ого, я что-то не заметил, что он за меня стоял. Я за ним побежал. Точнее, на этого босса. И даже не попал. Ничего себе. Я думал, он где-то в стороне там стоит. Не обращал внимания. Добивайте его. А маги стол поставьте, пожалуйста. Так, забирайте, что вам здесь надо. Напишите, на кого вы идете. Так, я сейчас запускаю босса. Ману исполняйте, маги стол. А РДД в большом радиусе набирает рендж, а хилы в малом радиусе. Маги, локи и своих петов на диспел тоже поставьте, шпшки, диспелите стаки. Как появляется вулкан, сначала диспелите стаки, потом бьете вулкан. А хилы чешки не отдаете, отдаете по моей команде. А Верка, ты здесь? Шпа, Верка, ты здесь? Так, отлично, гимн на хп тоже дашь по моей команде. Паладин сайкл тоже дашь по моей команде. И... кто там из вас будет танчить войт, ёпс. Ну давай тогда усиление рунического оружия не прожимаешь. Ну ты знаешь, что делать. Ты уже не первый раз там находишь. Ну и все. И зеленую либо диспелите там баблами, глыбами, не знаю, уроков диспелится. Либо вы наносите. И красную метку захиливая. Так, вот здесь я поставлю носить. Тебя погубит твоя самоуверенность. Я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Мараксус! Так, три кнопки, Мараксус, сразу отходите от меня. Я сказал, большой радиус соблюдать, а вы на малом стоите. Попадет у меня цепуха, я вас убью. Так, сейчас скоро порталы появятся. Потом все заливать. Портал заливайте. Так, Харзула хилим.
Ёбство, носи. Сейчас я подниму ДЦ. ДЦ, вставай. Профессионализм чувствуется. Ну да. Захил Лока. Захильте череп, захильте череп. Я его захилил, нормально. Так, на ДЦ ману. Гиль, давай. Можешь гиль на ману пока спеть. Пока есть время. Черепок подбежать к нему надо. Блять, куда ты его увел? Я бабу нашел. Ну ладно, сейчас скоро вулкан вызывай, бомжей, бомжей, вызывай уже вы. Сейчас готовимся вулкан заливать. Вот вулкан появился, его нужно обязательно снять. Великий тоже обязательно его сливай. Все, давайте чешки хилы. Баша хилим. Все, добивайте этих бомжей. Ты молодцы, никто не упал. Бля, я уже думал, сейчас будет нам. Фу. Так, пробосим и хилим. Балованный уноси. Так, вон где-то ходишь, я это не понимаю вообще. Так, с хилем балованного. Пойдем красный мир. Добивайте босса. И шаманы сразу тотем свой играйте. Так. Давайте сфера надо кому? Блять, у меня здесь аддон не включен. Так, наш 97 я вижу, Ягер. И... Ким там шею на ДС просто. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого за... здесь нет. Турнир продолжается. Сейчас трофей кину, секунду. Трофей надо кому? Так, отдаю ШП. На. Так, ну, остальное я буду кидать тебе, Войт. Кому если надо будет, там напишет. Но. Так, давайте уходить подальше. Спека сюда, Чеславия, БДК. Ретрик, уйди оттуда. Паладин, да, уходи. Не бегай там, паладин. На честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, Войт. Забираешь на себя звезду. А, паладин, забираешь на себя кружочек. Шакула забирает на себя Тщеславия. И у нас снова арпал здесь. И Йобст забираешь на себя паладина, квадратик. Все, по диспеллам. А, дам щит. Я по диспелле. А кто я? Барбас. Хорошо, тогда Барбас, ты диспелишь. Скажи, пожалуйста. Так. Ты на ком сидишь? Протопал, говорю, на ком? А, ты забираешь на себя ДК. В общем, Барбос, ты диспелишь массово, а дам в щит, ты подиспелишь точечно, плюс они.
Я так и так по деспелю. Ну, смотри, ладно. Под мордой Юрмунгара он по деспелю. Смотри, Ягер, будешь сидеть на друиде. Ну и все. Первым будем заливать Лока. Сейчас я метку поставлю, танки запинать свои цели. Вот первым будем заливать Лока. Потом будем заливать Анта. Короче, потом будем заливать Периста. Ну а потом сольем Мага. Уместь. Ну а дальше я буду ставить метки. В общем, паладины, там станы кидайте, ДКшники, если возле вас хил, саулы кидайте. Там теряете хилов, там замораживаете, лягушки кидаете, ханты тоже там свои ловушки раскидываете. В общем, нарубайте свой ПВП скилл. Ну и все. Ну и повихревать тоже можно хилов. Все, сейчас никто не бежит, бегут только танки. Как заберут своих мобов, будем бить звезду. Давайте танки, поехали. Бейте звезду. По возможности кидайте ему замедление, чтобы он далеко не убегал. Можете здесь Геру отдать. Тут ее не жалко. Беги, малыш, так, Вайда, хилим, Вайда, Вайда. Блять, где ты шляешься? Я что-то не могу найти. Ты убежал так. Бейте звезду. Потом бьем кружочек конта. Геры диспелите. Да, у меня две Геры. Диспелите. Бейте кружочек. Кружочек бейте. А где Тщеславие тебя? Думать. Стоите. Ладно, бегает туда-сюда. Вы там тоже танк себя подхиливаете. Так, бейте кружочек. Кружочек нужно слить. Так, паладина забирай. Паладин, у нас тут паладин рейди ходит. Режет всех. Кто там с кружочком диспелит его? Ты бейте потом Приста. Ну, в эту пал, это не страшно. Приста бейте. Где он? Блять, я вот сам его не вижу. Где он шляет? А вот Робик, Робик бейте. Вон, Ромбик ходит. Бейте его. Так, когда бьете Ромбик, я скажу, кого бейте, пока его бейте. Блять, нет, чтоб лягушки покидать, шаман. Убивайте ромбик. А луки могут дерево в изгнании. Потом бейте друида. А нет, самого давайте, самого. Самого тут ближе всех. Давайте его убьем. Вон, лягушка шамал, сейчас поставлю метку. Бейте его. Звезда стоит, бейте звезду. Так, у нас Шаку. ЧП, Дамщи, отойди подальше. Потому что Шаку будет тариться на тебя. Видишь, он бегает за тобой. Будет беги, так. Малышка, беги! Да я не могу видеть, я далеко слишком. Так, блин, надо плавать. Так, бейте друида, друида, бейте. Бейте друида, поставил на него звезду. Жарьте его. Косты ему хоть сбивай. Танчи сам будет. Стрика не ходит. Потом будем мага сливать полумесяца. Не знаю. Типа на него двигаюсь, он отступает. Они попущенные, по-моему. Попущенные. Мага бейте. Потом будем квадрат сливать. Стрик через меня прошел, ёбаный. Ты его пускаешь, вот.
ебаю. Жесткие кожи пока. Я здесь спали уже, только как год. Так, квадрат бейте. Бейте квадрат. По кругу поведем. Можно тихонечко треугольник что-то там вести. Квадрат. Видишь, ты спиной ведешь, а я его лицом, понял? Типа на него иду, он тапится. Только не оба тебя бьют так-то по фану. Чисто. Так, Пабло, близко. Так, ДКшку тоже можно к нам вести. А хоть... Ну, в целом не бить. Давай его в этот выход заведем. Тут так все не делается. А че они так ходят, блин, по инвалидам? Вперед. Эй, за инвалидов просто. Так, ну здесь тоже, в принципе, особо ничего не падает, ставлю руку. Тренька на танк. Тренька на танк. Что, она такая прям важная? Нифига она вообще. Какой ключ? Но. И ключ. Но на мишке про товары идет нормально. Так. Даем сразу золотому сундук. Было троги нельзя пойти, да? Я не понимаю, как сосед диск. Полутаем сундук. О, скоробей упал. Ну кому надо нить? За ГП же вам. Ну да. Истинная опасность еще впереди. Ждет битва с королем личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам подойдут две могучие воители. Кто там его срывал? Жуткие валькиры. Я срывал рецепт. Не, не рецепт, а этот краби. Нужно бусинный принк. Так, я буду очень признать. Возьмет сейчас тоже белую сферку и напулит на меня вначале. Сейчас, сейчас, секунду, дать. Ладно, трофей давайте скорее потом. Дорогу кинем, только напомните мне. А где паладин? Рогнарекс. Кольцо надо кому-то, которое упало из-за брюка на вагона? Кольцо у кого? Так, ладно, давайте чек на готовность. В общем, белые сверки не ловим. А, по поводу смены цвета я скажу. А, сейчас, Локи, поставьте шкаф. Нет, одно тело кикну, возьму филета. И вот у нас будет 18 тел. Пятенька мне тут Фэм написал, что я типа скриншот кину, скину это Олегу. Да, будет все дела. А че, Сусатенька, такой злобный хер? Ай, хер его знает. Че это такое? Я думаю, Олег бы ничего не сделал мне. Привет. Все, все тут, последний чек. Ты подожди, сферу возьми. Давай. Все. Ну все, все готовы. Мы начинаем танки. Спасибо, Халк.
Так, это у нас скоро способность будет. 5 секунд. Так, повезло, бьем дальше. Так, сейчас еще одна спецспособность будет добавить. Так, меняй цвет, цвет меняйте, цвет меняйте. Убейте тварь. Так, успели, не успели, я так и не понял. Нет. Блять, да. Блин, у нас минус 2 тела. Даже 3 считать. Убейте хуй. Пока бежали, просто все хуйдам. Это понятно мне. Это будет еще одна способность. Бейте. Меняйте, блять, меняйте. Давайте Геру, Геру, давайте. Бейте ее. Ну, молодцы, блядь. Катя, я надеюсь, больше таких смен не будет. Потому что, мне кажется, без Геры мы ее не убьем. А, гимн на ману верка, дай. Просто Вальку надо сюда подвести. Чтобы не бежать. Там шамана потом поставьте. Ты ту Вальку сюда поставить. Да, я понял. Подведи сюда, да, на самом деле, к нам Вальку. Такой фигни не было. Меняйте цвет, цвет меняйте, цвет меняйте. Гимн на хп, Верка, давай. Блять, шп, давайте, любой шп, давайте на хп, пофигу кто. Давайте хоть. Вот, пожалуйста, у нас все шпал. Блять, вы вообще, видите? Слушай. А так одна сдохла, во вторая жила, что за жесть, я думал, у них одна хп не видит. Так, о. Ну бейте. Но если, бля, сейчас. Попробуйте снять баф, который белый. Не, его снять не получится. Не получится? Ну как? Нет. Попробуй на БР. Смена цвета, говорит, смена. Нормально, на свет повером. Сколько там ковырять еще? 5 лямов. Ну что у них тут? Турон маленький. Ну да, по 1000-то нет. Ну. Ибо нехер вам было падать. Так, сейчас будет еще солнце. Помолимся. Поднимай Ягера, бейте. Блять, ну это все. Бейте. Ну старайтесь, я не знаю, получится. Ну это мне кажется, блядь. Держи ВП? Я изначально сказал, с такими... О! Так она же хилит другую, правильно, а другая мертвая, так что все нам... Терс, поднимай Ягера. Ягера поднимай, Терс. Ягера подними. Ты просто прервал второй раз. Давайте, убивайте, блин. Толку, если мы быть не можем. Один из косарей бью. Да, убили с горем пополам. От выбора отказывайтесь. Сейчас мы все отдадим. Парола, у нас все три тринки упали. Мне кажется, сейчас и бать еще упадет. Ну,
паладин. Все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем... Так, кто там вымер сыграл? А утешение падало? Да, отлично. Весните паладина. Утешение, кстати, не падало. Точно. Он не упал. Так, ладно, давайте начнем со Скорбея. Сейчас, секундочку. Я его найду. Пойдет Джеймса. Так, давайте, на мейн-спек, кто идет на танк, а надо кому? Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. На офф-спек, надо кому? Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяной... Я понял. Нахуй никому не нужно. Не, я бы себе оставил, ну ладно, а... Того, куда я буду пакать призыв и больше СПД получу. То, я так и не понял. Харзул, дай. Так, а ты... Я тебя не вижу, кстати. Какой пати хоть? Третья группа. Шрак нужен. На, не, я лучше тогда себе нового себе пойду. А хотя... Ну, за ГП ты ее будешь брать? А сколько она стоит? 38. Да, буду. Ну, хорошо. Так, кидай выбор, ёпст. Я гляну, кто там по ПГП вышел. Ну, либо солдат, может, это шизер. Ставьте Дживса. Справа будет стоять. Спасибо большое. Ну, кинь на ров. Да слева потом чё. Не, вообще в таблице ПГП нету. А, так подожди, его же ДК не в нашей гильдии. Он же вроде был с нашей гильдии. Три танка или как? Или мы в два танка здесь поймем? Ну здесь два танка. Ну танк. О, ну окей, тогда я с собой их стану. Собей их. Ёпст, кидай на ролл. Да, я вижу, он сейчас стыгутся. Угу. Рэл сказал, отказывайтесь. Многие люди отказались. Но а да, Рэл, он сейчас кинет на Рэл. Кому надо? Так, отдавай, вот ты ж идешь с Рэлом. На половину. Ну кинь на его паладина. А хотя вот, стой, ты ж на хила идешь, так? Он на ТТ идет. Не, у него он идет своего цинка девать, а цинка ты хила деваешь или в ДД? Уже будет ТК знает. Ну, значит, как хилом идешь, у тебя хила. Так, Халк, ну Халк, блин, на хантаж она не идет. Нафига она вам? Она идет только паладином ДК, больше никому она не идет. Никакие не БМ, ничего, издевайтесь. Не видел ни одного БМ, чтобы... Кто с выбором ходил, ладно. Там а танки сами посох? Решайте. Дайте посох. Кому не нужен, там кто будет посох. Слева, кто будет справа танчить. А... Ёпст, ты мне скажи, на кого мне давать ИП? С этой три не определимся. Ёпст, тут. Ты на ИП будешь заходить? На кого будешь ИП получить? Ну, разговори, ёпст, блин. Так, трое я получу. Ёпст, ты можешь ответить ник своего персонажа? Я гляну приоритет, если хан будет выше, отдашь хан. А он носит с этим выбором, потом удалит его по-любому. Да помнишь, что это говно.
Хотя у Ханта 9.6 приоритет, я не думал, что она его возьмет. Акс. Вера сама когда по каналу. Сейчас гляну. Кикни Шапала из старой. Так. Ну, а твоего Хакса 22. Ну тогда я на твоего Хакса на чистую ГП, хорошо? Давайте чек на готовность, все. Сейчас, подожди. Еще одного танка добавь. Так, Вой, давай ты потанчишь тоже. Только босса там, заводите, да и все. В смысле, Войт тоже. Войт и так танчит, еще танка надо. Так у нас Йобст, у нас Войт, у нас пропал. Вот и Йобст, она в том. Ну вот, Йобс, пекайся в танк. Так, 351 он стоит, да? Я уже забылся. Что мы стоим, господи? Так долго. Ждем, пока спекнется чел в танк. Выбор был кован, дайте Йобс. Че, все тут? Могу соло потанчить их. Да? Тогда Йобс, пекайся в ДД. Тупо не вливайте в них первые 5 секунд и все. Ну так и сделаем, все. Давайте чекнем на баф на готовность. Там головная боль не было. Да, вот я сейчас поставлю на себя. Тут уже падает этот как его плащ. Начнется точно. Дина шаманов природа под конец. Один на хосту, наверное, да, один природа. Ну, все готовы, ДК, начинай. Даже полтора часа. Масса. Так, первую пачку мы будем вскрывать обязательно. Сразу ее не бьем. Ханты сразу напуливают эту пачку на Пупала. Дорога то же самое. Напуливаешь эту пачку на Пупала. Помогаешь ему. Киллы там станьте чуть поближе к боссу. Пласт не убил. Все, эту пачку нужно слить. Обязательно. Так, теневой сбили. Так, сферы подбейте нам, пожалуйста. Уже были. А сейчас будет следующая пачка. Играйте больше в босса. Трошак мы успеем потом слить, когда закопался. Босс закопается. По-моему, хотя не уверен. Ну то, что закопается, это не страшно. Потом сольем. В босса играйте больше. На этот трошак можно пока что забить. Все, заливайте этот трошак. Мраксус, беги в глыбу. Ну, трошак закопался, потом сольем. Ладно, Верка, ой, гим на ману. Дам щи. Спой ты тогда гимн на ману. Что-то я не почувствовал, что мана была спета, хотя это я и лупил. Тогда... Барбосина, давайте споешь гимн на ману. Вам мана особо не залилась. Ман, тотем ставьте свой. Так, сейчас босс появится. Так, босс появился, давайте бейте босса. Сейчас еще одну пачку приведут, мы ее сольем. Все, и потом можем бить спокойно босса. Пилы цепухи не отдаете. Я тут солдат похилю. Один танк. Как он не... Я знаю, что один танк. Так, давайте эту пачку сольем обязательно. Там ханты напуливайте, напоминаю. ТД. Может, во время фазы еще одну слить? Не-не-не. Сейчас уже фаза пойдет скоро. Давайте сливайте эту пачку. Добейте там одну моба. Ладно, готовься гир давать. Давай.
Двух не отдаем, я соло захилю. Хильте себя там на фул и так далее. Танков тоже на фул хильте. Там ревность не сработает. Я надеюсь, силы меня услышите, как я давать не стану. Танков держите на фул. Туман, держите танков себя на фул. Рейд не надо хилить, я сам его захилю. Мне тут хилить нечего. ДЦ тоже, держи танков, не хили рейд, я тут соло захилю. Так, я уже по мане сел, ляха. Давайте добивайте уже. Пару тысяч осталось. Вот и все, и рейд живой, отлично. Так, что там у нас упало? Гвоздь. О. Опять. Я же сказал. Так, ладно. Вот надо кому? Бля, я забыл, что на сол. Сука, я всегда забываю. Кинешь там хлам на ДС. Так, вердевелс. Дам щи, я даю ему. И меч с сундука, может там на ретрик. Сейчас я тебе все дам, подожди. Так. Это кольцо не надо никому. Кинь мне тоже на КС. А колец нет вообще. Вячеславе, если не жалко, раз там, ну пускай будет твой, да, если тебе надо, напиши ему тогда. Так, сфера надо кому? Ты что, я спрашиваю? Так, Ягер 92. Вячеславе 92. Припец одна. Ладно, я брат проверю. Рулил. Я два раза рулил, блядь, ёбаный в рот. Но Ягер тогда и Славик кидайте заново рул. Все кидают, на. Ну давай я тоже кину. Ягер сотка, давай ему. А, стоп, это я уже на трофей кинул. Волны, я потом перерулю между двумя человеками. Может что-то я вообще. Так, ладно. Чего? На, Ягер. Ты заслуженный. Эш. Так, на икру хватит. А, эти штаны, пароль, санубарок. Не, я думал, никому не надо. Ну, такие не этому, Хэнсбергу. На их ставили. Так, надо кому плащ. Так, отдай ее ёпсту. Танком шел. Что меч надо кому ее ступить и все-таки войду. Давай. На ретрик. А то с пухой с танков с кем-нибудь холик ретрик, сука. А, ёпст, отдай Чеславе, я не заметил, что ты надо идешь. Так, защитник надо кому, воин отходник шаман. Ну а давай, шаман, я на него рулю. Так, завоеватель надо кому, паладин, жрец, чернокнижник. Так, отдаю ШП. Потом, кто там следующий победил? Рудеус. И... третий у нас Ягер. А, больше нет. Так, разбойник, рыцарь, маг, друид. Все. Так, кому там эти ноги надо? Ну тот вон на энхо, если можно. Так, кому? Шаман? Нет, нет. Мне не кузна. На тебе вот кисти. Ага. Так, пати на ЕП, на тебе пати. Так, вы своими твинками поливали? Ой, теми, какими выходили. Серж. Регалии я уже отдал. Паровал только что. А, блять, сыр. Тщеславие, если ты здесь, отдай хвосту. Вы, блин, долго роллы свои кидаете.
Кинешь хвосту ему эти рогали. Ему они дали. ЕП начислили уже? Нет, еще не начислили, я покопаю тебе, да. Так, Рамзес, это у нас Сержик, да? В следующий раз надо твинками убивать. Ему ходили. Все. Все, он так хвосту отдал. Отлично, я сейчас дам ЕП. Пойду спать. Да. Димон, блядь. Чё? Кузра бухать. Кто завтра его? Бухать го завтра. Тобой, что ли? Шу.